Губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». Вместе с представителями общественных организаций и волонтерами они сажали липы на территории Парка Победы. Сейчас здесь проходит благоустройство. Ход всех работ губернатор контролирует лично. Парк Победы замечательное место, долгожданное место. Лично для меня, я думаю, для всех орловцев, орловчан. То место, где отдохнуть, погулять, увидеть замечательные места. И вот сейчас даже видим, несмотря на только, можно сказать, попытку попрощаться с зимой, уже меняется облик. И в ближайшем времени, я думаю, что все порадуются изменениям. И благодаря вот инициативе губернатора мы сегодня имеем благоустроенную уже практически территорию Парка Победы. Ту территорию, к которой, по сути дела, последние несколько лет пытались прикоснуться, благоустроить. Но вот к 5 августа нынешнего года мы приведем ее в порядок. Вы уже увидите уже сформированные дорожки, освещение. Будет несколько памятников в память о тех людях, которые воевали. До 9 мая в России будет высажено 27 миллионов деревьев. В память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции «Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд памяти полководцев Победы».